Ну что, друзья, я надеюсь, что вы с легкостью освоили основное движение джайва. Я также надеюсь на то, что вы не забывали улыбаться и получать от этого удовольствие и готовы перейти к следующим движениям. Если готовы, то давайте перейдем. Следующее движение, которому я хотел бы вас научить, называется кики. Кик. Кик может быть вперед, в сторону, назад. Они могут быть совершенно разными, более сложными, более легкими. И мы сейчас выучим основную форму, основное ощущение этого кика. Приготовьте, пожалуйста, правую ногу. И сделайте такое движение. То же самое попробуйте сделать в сторону. Пум и обратно. Пум и обратно. То же самое очень аккуратненько назад. Пум и обратно. Пум и обратно. Пум и обратно. Хорошо. Приготовьте, пожалуйста, левую ногу. То же самое. Вперед. Оп. 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 Кик. Хорошо. То же самое в сторону. Оп. Оп. Оп, оп, и то же самое назад. Кик, 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 кик. Отлично, отлично. Следующее, что мы с вами выучим. Мы сделаем с вами кик, приготовились, с правой ножки. И кик, и наступить на правую ногу. С левой. Кик, и наступить на левую ногу. Раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть. 7 и 8. И последнее, что мы с вами добавим, это небольшой прыжочек на опорной ноге. И вместе с киком каждый раз на счет и мы делаем маленькое подпрыгивание, как мячик баскетбольный. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и 7, 8. Следующее движение, которое мы сделаем, мы немножко усложним эти кики и сделаем в 3 разных направления. А сначала очень утрированно вам покажу, что мы должны сделать. Мы должны сделать будем подряд 3 кика. Вперед, в сторону, назад и наступить в конце на 4 на ту ногу, которую мы делали кик. Левой ногой то же самое. Раз, два, три, четыре. Ну и как всегда добавляем небольшой прыжочек, что добавит нам легкость. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Очень хорошо. Ну что, друзья, я надеюсь, что у вас получилось. Как вы поняли, движение очень энергозатратное. Но это здорово. Помимо танца, помимо удовольствия, вы получите еще такую очень хорошую физическую нагрузку. Ну что ж, друзья, давайте попробуем сделать 3 кика с правой ноги и 3 кика с левой ноги под музыку. Поехали! С правой и хоп! Акцент! Хоп! Да, а я когда? Активнее, активней! Бум! Так! Легче, как можно легче, все на подушечках! Ну что, друзья, вот мы и выучили с вами одни из самых активных движений в джаве — кики. Я думаю, что настало время соединить это все в единую связку. И на следующем уроке мы именно это с вами и сделаем.